куда сбежал поверженный Джимен и что ждет Титана в ближайших эпизодах. Видео по Skibidi Toilet на моем канале не было уже больше месяца. А все потому, что события в сериале практически никак не влияли на ход войны. Сегодня, 18 августа, вышла новая серия Skibidi Toilet, которая полностью перевернула ход всей истории. Присаживайтесь поудобнее, сейчас я расскажу, что произойдет в ближайших эпизодах. Но все по порядку. Пару часов назад вышла вторая часть 57 эпизода. Если вернуться на начало этой серии, то мы увидим, что зараженный спикер Титан уничтожает агентов. Но тут резко появляется камерамен Титан. Его динамическая броня закрывает прочным слоем стали его ядро, и он явно дает понять спикеру, что бой будет не таким уж простым. Начинается сражение, в ходе которого спикер наносит множественные взрывы камерамену. Но тот, как будто бы ничего не чувствуя, приближается к спикеру. Мы все знаем, что разумом спикермена управляет паразит, который слушает приказы Джимена. Именно поэтому спикер Титан не дает приблизиться агентам к его броне, чтобы они не смогли снять паразита. Но именно благодаря ученым-операторам камерамен получил улучшенное снаряжение, которое притягивает к себе спикер Титана. Вот казалось бы, сейчас камерамен Титан с агентами сможет извлечь паразита. Но тут резко в кадре появляется Джимен. Ведь он видит все, что происходит со спикером, пока паразит находится в его голове. Джимен, используя новые орудия, наносит сумасшедший урон камерамену, но тот, имея прочную броню, успевает сблизиться с боссом. Пока камерамен Титан и Джимен сражались, спецагент Вантус пришел, чтобы выполнить свое, самое опасное задание. Он должен был извлечь паразита из колонок спикера. Также многие говорили, что заметили взрывчатку на Вантусмене, но я, честно, ничего не заметил. Возможно, там действительно что-то было, напишите в комментарии. Вантус уже смог сблизиться с паразитом, но спикер Титан успел схватить его и уничтожить. Для меня это одна из самых больших потерь агента, ведь Вантус был самым преданным оператором, который никогда не боялся идти в бой, даже, казалось бы, в смертельных операциях. Именно с этого момента начинается вторая часть эпизода. Камерамен Титан испепеляет Джимена своим синим пламенем. Это действительно ужасает, и я даже на момент предположил, что это конец. Но все-таки миссия не завершена, ведь главная цель – спасение спикермена Титана. Камерамен Титан со всей скорости влетает в своего старого приятеля, который временно заражен. Но снова появляется скибидист. На этот раз просто гигантских размеров. Это означает, что скибиди-ученый не перестает трудиться над новыми разработками. Скибидисту удается вонзить в камерамена ножи, но он настолько силен, что ему хватает сил ликвидировать этого скибиди-гиганта и вернуться к своему заданию. Тут уже в кадре появляется TV-вумен. С недавнего времени она также стала играть ключевую роль в сериале. Ведь она смогла убить сверхбыстрого электроскибиди, который без проблем уничтожал агента в старых эпизодах. Также она смогла уничтожить скибидиста ПУ. В этот раз ее задачей было извлечь паразита. Вместе с помощью камерамена Титана ей удалось это сделать, и наконец-то спикермен Титан возвращается в ряды агентов. И теперь все фанаты скибиди вселенной могут облегченно вздохнуть и погрузиться во вселенную криминального города игры One State. Это мобильная онлайн игра, в которой ты должен отыгрывать роли реальных людей. К примеру, я создал свою группировку, и теперь мы вместе с другими игроками промышляем криминалом в городе. Но ты же можешь поступить иначе и стать военным или полицейским. А возможно, твоя цель – это крутые дома и тачки. Пройди путь от обычного работяги до бизнесмена и рассекай по дорогам Лос-Анджелеса на крутых тачках. Ссылка на эту игру и мой промокод Dipper на 10 тысяч долларов в описании этого ролика. Наконец-то, спикермен спасет, и агенты с новой силой смогут атаковать скибидистов. Но что же будет дальше? То, что я сейчас скажу, может многим не понравиться, но, к сожалению, это очень похоже на правду. Когда впервые появился TV-мен, все думали, что скибидистам конец, ведь это новый тип агентов, который обладает суперспособностями. Но вот скибиди-ученый так не думал. Он в своей лаборатории проводил опыты над поверженными агентами и смог вывести новые типы скибидистов, а также очки для защиты от излучения. Вы думаете, в этот раз что-то изменится? После возвращения спикер Титана, Джимен даст приказ ученому работать в сверхусиленном режиме, для того, чтобы вернуть баланс сил. И не удивляйтесь, если в ближайшее время вы увидите сверхгигантов, которые будут обладать уникальными способностями и с легкостью уничтожать агентов. Мы можем лишь пожелать удачи Титанам в этой нелегкой битве. Ученый сможет победить своими разработками, или Титанам вместе все же удастся победить скибидистов? Пиши в комментариях.